Distanța dintre Chișinău și Podolsk, fostul Cotovsk, este de aproximativ 100 de kilometri, dar noi am făcut peste 400 de kilometri ca să ajungem aici. Asta pentru că regiunea separatistă, sau așa zisă Transnistria, este controlată de ruși și deține o adevărată bombă cu ceas, depozitele de la Cobasna. Mergem să vedem ce cred și ucrainenii despre această vecinătate cu un teritoriu special. Aleea Eroilor din Podolsk. Data morții acestor oameni este una și aceeași. 24, luna a doua, 2022. Ну, 24-го 4 утра, попала ракета, погибли люди там. Ну, потом мы узнали уже, когда утром уже, когда на работу, что вот такая беда там началась, там, война там. Тут у нас недалеко воинская часть, по связи, вот так, по связи. Вот туда прилетело, 20 человек погибло. Нас уже давным-давно ничего не пугает. Все, что могло напугать, было 24 числа. Больше нас ничего не пугает. Все. Там и мы защищены от Белоруссии хорошо, и от Приднестровья тоже защищены. Скоро будет Приднестровье уже молдавское, как положено. И все вернется на круги своя. А то позабирал этот Путин. То, что ему не принадлежит. Ну зачем ему это Приднестровье? Молдавия и так маленькая. Нет, он уже кусок отхватил. Ну что, он вот этот колбасный, да, что там хранится, самое, зависит от Путина. Он кирует этим колбасным, понимаете? Потому что там 14-я армия, еще не вывезли ее оттуда. Потому что там 14-я армия. Я служил, когда была война в Молдавии, я самозванный. Я служил, я воевал там, понимаете, самое, мне страшно. И слишком страшно. Все, закрывайте эту тему. Да, что там есть какие-то склады там, российские там. Ну, здесь колбасным там, здесь. Ты как бы опасно, конечно, так. Я слышал, что там вдруг чего-то будет большая беда. Там, ну, близко тут что получается. Ну, так а мы для чего здесь? Мы это все охраняем. Мы тут же для этого и поставлены. Чтобы охранять все. Ну, мы не позволим попасть сюда кому-нибудь. Военные именно для этого здесь, чтобы охранять, чтобы... И город, и все остальное. Чтобы... И границу. С Приднестровья? Да. Мы для этого здесь и поставлены. Это одно, что опасно, что склады. Не дай бог, они взорвутся и все. Это будет и Молдове, и Приднестровью, и этому Украине тоже. Вот это что опасно, то опасно. Кишиневские власти должны как-то задуматься об этом. Это государство-то Молдовы. Молдова и молдаване должны задуматься об этом. И как-то оттуда их решать. Там, я не знаю, какие-то митинги, я не знаю, там у вас же есть какие-то партии. Ну и как-то решать этот вопрос, сколько они там будут, эти россияне. Я об этом. Astfel de plăci de beton separă regiunea transnistreană de Ucraina încă din primele zile de război. Acestea pot crea bariere mișcărilor de trupe ruse, însă nu rezolvă vechea problemă de securitate, deoarece depozitele de la Cobasna sunt la hotar cu zone dens populate a Ucrainei și cu mai puține sate de regiunea transnistreană. Așa că o eventuală explozie preocupă mai mult Kievul decât Tiraspolul sau Chișinăul.